have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и у нас сегодня такая вот нестандартная штучка. Запишем поглядушечку, погляделочку на Fear and Hunger. Новая игра, поехали. Угу. Да, кстати, по-моему, перевода на нее не завезли. Я попробую вкратце переводить все это. У нас есть наемник. Наемник, вор, убийца. Что бы ни привело его... А, понятно, ладно. Что угодно, что приносит деньги на стол. То есть он занимается абсолютно любыми вещами, лишь бы это приносило деньги. Наемники известны своими грязными тактиками в бою, ну и также находчивостью. Так, ты у нас рыцарь. Рыцарь — это... Вот то, что я вижу, это у тебя, это ты девушка, или тебе просто 13 лет, или как это все? Рыцарь с прямым и чистым путем воина. Тренировался в разных сражениях с самого детства. Хорошо преуспел в ближнем бою с разными оружиями. Хорошо. Темный священник. Не отягощается никакой моралью, как, ну, ни моралью, ни этикой его не проймешь. Хорошо обладает кровавой магией, однако посвящение себя магии сделало его тело слабым. То есть он не натренирован. Хорошая магия, но слаб сам по себе. Аутландер... пришелец из других земель. Закален холодными ветрами севера. Очень живуч. Он знает все трюки для того, чтобы остаться живым в большинстве возможных ситуаций. Хорошо, значит, у нас есть хитрюга Проныра. Я так понимаю, что это ловкач. Ловкач и стелсер. Это у нас танк. Это маг. И это... все в одном. Ну, я так понимаю, что у него никакой магии не будет. Не знаю, ребят, за кого бы начать. Хм. Темная магия. Давайте за Outlander начнем. Так, Outlander. Давайте вот так. Мышка тут вообще, кстати, по-моему, не предусмотрена в этой игре. Угу. Вот эта вот надпись гласит о том, что, возможно, посмотрешкой наша сегодняшняя серия и закончится, потому что в игре содержатся сцены очень даже мясные, очень даже насильственные и, скорее всего, очень даже обнаженные. Страх и голод, между прочим. Посмотрим, ребят, знаете на что? Посмотрим на то, сколько мне придется здесь всего цензурить и вырезать. А потом... Так, это game mode, получается, у нас. Хорошо, значит... Игра называется «Страх и голод». И, по сути, «Страх и голод» — это самый легчайший режим для начинающих. Тьма более жалостлива к нам. И голод не является таким уж такой уж страшной угрозой. Я просто пока что не знаю, что это значит. Так, хорошо. Террор и... Starvation. Ну, то есть, hunger — это простой голод, starvation — это сильный голод. Подземелья не показывают... Ну, подземелья максимально жестокие. Темнота реально. Голод постоянен. Враги круты.
Угу. Дополнительные враги, дополнительные сюжетные арки, чтобы продвинуть нас. Это, кстати, вот это вот интересно. Но я слышал такое про игрушку, что она крайне хардовая, и, честно говоря, я бы, наверное, побоялся идти. Solo mode. Ага. Без сохранений. Без попутчиков, без наемников. И все, что в Starvation это. И вот это вот специальный мод использует физическое, ментальные, социальные челленджи. Все в одном. Может быть слишком круто для того, чтобы... Для новичка слишком тяжело. Хорошо. Я так понимаю, что вот это вот настоящая игра. Но поскольку у нас сегодня посмотряшка, давайте пойдем сюда. Сделаем выводы в конце. То есть, когда мы будем заканчивать эту серию, мы сделаем определенные выводы. Если вдруг получится, что мы будем ее проходить дальше, то, возможно, я начну игру и перепройду отсюда. А, возможно, это у нас будет одна серия. Я просто очень сильно переживаю, за цензуру в этой игре. Ее здесь абсолютно никакой не предусмотрено, а все это, как вы знаете, идет на YouTube. YouTube очень плохо относится ко всяким таким вещам. И мне кажется, что это может стать той самой причиной, по которой мы с вами откажемся от прохождения. Но посмотрешку мы обязательно запишем. Поехали на Fear and Hunger. Интро, конечно. Да, пожалуйста. Ну, Outlander. Окей, то, кого мы выбирали. Ты был рожден с замученной душой. Тебе на роду написано страдать с каждым шагом в твоей жизни. Это делает тебя сильнее физически и закаляет твой дух. Состязание послано тебе лично богами. У тебя было... О, кстати, у тебя было сбалансированное детство в городе Ольдегард, с двумя родителями. Круто. Отец научил тебя искусству войны. И самое первое, что входило в обучение, это выбор стрелка или взять стрелка или бойца. А я не знаю, какая здесь боевка будет. Так-то по-хорошему я бы взял стрелка, но я не знаю, как это все мне потом аукнется. Тут щит вообще-то есть. Топор со щитом. Давайте пойдем сначала в ближника. У меня есть топор и деревянный щит. Я за себя рад. Зимы становились холоднее, а лета становились короче. Что явилось причиной большого голода на севере? Хорошие люди, fine men Ольдегарда, славные мужи Ольдегарда, давайте так, поплыли в неизвестном направлении, в неизвестные земли Запада в отчаянной попытке найти еду и богатство, чтобы накормить своих людей. Ты достаточно вырос для того, чтобы погрузиться на корабль. То есть детство закончилось, ты уже достаточно вырос. После месяца плавания у моря так и не показался край, и команда начала страдать. Некоторые ослабли, а некоторые начали получать удовольствие от холодного темного моря. То есть кого-то поглотила темная сущность, кого-то светлая. И слабых встретила их судьба. А другие же совершили великий грех. Ага. Поддаться, не поддаться. Don't give in. Все-таки ты сдался голоду, пока другие...
пока другие пировали над павшими, ты плакал всю ночь на... плакал, ну или в данном случае кричал всю ночь, как лютый волк. Блин, это... так, теперь. Тобой обладала жажда крови. Как будто этого было еще недостаточно, как будто это путешествие было недостаточно кровавым. Когда вы наконец-то нашли землю, произошло то, что, ну, ни в одном цивилизованном мире не могло бы случиться. Из далеких миров нашли... Что? Из далеких далей миров вы нашли темный континент Винланд. Этот континент никогда не был тронут цивилизованным человеком. Тут не было цивилизации. Эта земля была подчинена древним богам и здешним правилам, о которых ты никогда ни разу не слышал. Те вещи, которые ты здесь увидел, оставили след на твоей душе, которую ты никогда не смог смыть. Некоторые из твоих товарищей потеряли рассудок, когда в то время как другие пытались сделать хоть что-то стоящее перед тем, как покинуть это место. Забрать сувениры или сбежать на корабль. Давайте сбежим на корабль. Древний артефакт был принесен из темного континента. Ты знал, это была ошибка. Но выбор был не в твоих руках. Ты знал, что-то плохое вскоре последует. Плохие предзнаменования вскоре появились и открылись вашему взору. Return to one of your many hunting trips. You came back to your village. А, то есть вернувшись после одной из своих охот в свою деревню, ты увидел худший кошмар в своей жизни. Армия наемников ограбила вашу деревню, твою. Ты видел, как твоя деревня горит, семья убита, а артефакт украден. Те, кто выжил, описали армию и капитана. Он был известным капитаном из басен, из разных песен, басен наемнической армии рыцарей полночного солнца. Midnight Sun. Полночное солнце, да. Ты немедленно собрал вещи и ушел следом. Так. The man would witness Iron Will, Tempest, both in the freezing north. Ага. Человек, который почувствовал на себе ледяной ветер и жестокий север и темный континент Винланда. Так, собрать вещи, собрать еду, собрать хилки, побежать сразу за ним. Я возьму, наверное, equipment, оборудование, вещи свои заберу. У меня есть 3 стрелы и ловушка на медведя. Блин, я пропустил. Там что-то было. Я случайно скипнул последнюю эту. Сохранить героя. Да, сохраните, пожалуйста. Вот сюда вот. Так, хорошо. А как за... Так, мертвая лошадь лежит. Расследовать? Ну-ка. Судя по степени... Блин. Судя по степени разложения, лошадь сдохла где-то неделю. Блин, там какие-то собаки. Погодите. Угу, в бочке нет ничего. Я нашел два яйца. Блин, собаки приближаются. Погодите, я, может, потом сюда вернусь.
вступить в темноту. Голод начинает утягивать все твои силы. Воздух застыл. И непонятно запах. Так, хорошо. В та-та-та-та-та. Бонсоу. Так, а как мне мой инвентарь открыть? Это, конечно, все здорово. Может, надо было на геймпаде во все это играть. Так, ящичек. Я что-то взрывное нашел. Так. Три серебряные монетки. Так-то звездец как страшно, если чё. Кровь. Так, на столе гостевая книга. Кто-то здесь уже что-то написал. Этот кошмар владел мной. Я превращаюсь во что-то гораздо меньшее, чем человек, которым я когда-то был. Все моральные и этические ценности не имеют здесь никакой ценности. Да, извините за каламбур. Я делал такие вещи, чтобы выжить. Для меня под солнцем больше нету места. Для такой страшной твари и ужасной, как я, под солнцем нет. Я теперь часть этих подземелий. Часть этого нескончаемого кошмара. Просто еще одна шестеренка в этой машине страха и голода. Блин, там что-то ходит. Пока я читаю, время нифига не останавливается. Я пишу это любому, кто это прочитает. Любому, кто зайдет в темноту. Уходи, пока все еще возможно. Выходите маленький буклет в гостевой книжке. Book of Fears. Книга страха. Как мне инвентарь-то посмотреть? Ящичек. Очищающий талисман. Погодите, ребят. А каким образом... Так. Ага. Сейчас, секунду. Так. Вещи. Знаете, это все немножечко похоже на Dark Souls, если что. Вот этот нарастающий гул, это было что-то страшное. Так уж получается, что... с факелом я, кстати, больше вижу. Так, это все та же книжка, давайте перечитаем. Что-то ходило, нарастал гул, потом это резко прекратилось. Возможно, это прекратилось из-за того, что я... вытащил факел, а возможно... Знаете, что мне не нравится? По каким-то невероятным образом открытие инвентаря здесь на ту же кнопку, где я ставлю запись на паузу. А, это я вижу, что за стенкой, это не проход здесь. Понятно. Я нашел масло. Так, погодите, получается, что здесь книга, в которой какой-то чувак написал нам, если вы каким-то образом сюда пришли, просто убирайтесь, иначе это место вас уничтожит. Я туда не хочу идти. Я наступил на ржавый гвоздь. Спасибо. У меня кровотечение. Черт, гнилая бочка, погодите. Так. Книга страха. Weapons у меня пока что нету.
А как назад-то? Ага, все понял. Я тупо истеку кровью сейчас. Погодите, яйцо. Голод, тело. Взрывные что-то. Bone Soul. Так, это я, понял. Закончить прям вот так. Warcry. Да, видите? У меня кровотечение. А как его остановить? Черт, у меня тупо кровотечение, я не знаю, что с ним делать. Так. Я нашел трубу. Круто. Я нашел еще один факел. Тоже не может не радовать. 35 монет. Угу. 4. Блин, вот это фигово то, что у меня кровотечение. Ай! Я настолько дебил, что я наступил туда дважды. Я понял, спасибо. Так, на деревяшке лучше не наступать. Минуточка, что будет, если я выйду? Я же тут не все осмотрел, правильно? Сырое мясо. Круто. Я думаю, что оно мне понадобится. Так, масло. Блин. Издалека. Ясно. Некоторое время проводишь на улице и... Факел сдох. Ладно. Не наступай на эту штуку, пожалуйста. Спасибо. Погодите. Я взял еще один факел. Да я же говорю, так уж получается, что здесь инвентарь открывается на ту же кнопку, где у меня пауза записи, поэтому мне приходится немножечко комбинировать. Извините, я пока кнопки переставлять не буду, потому что я не знаю, будем мы это записывать дальше или нет. Это статуи богов. Кто-то написал «Спасите кровью». Ну, я вижу чьи-то руки вон. Тут еще одна книжечка есть. О! Кто здесь делал записи? Смерть это ответ. Круто. Ну-ка. Находим книжечку. Я так понимаю, что книжечки это важно, их надо собирать. Книжечки нам понадобятся, потом мы будем их еще перечитывать. Так. Некоторые книги плесневелые и гнилые. Искать или уйти? Давайте поищем. Орел или решка? Ну, давайте так. Ничего интересного не нашлось. То есть это наш шанс срабатывания, так понимаю. Хорошо. Искать, конечно. Давайте на heads. Ничего интересного. Анатомию нашли. Вы слышите эти шаги, черт побери? И вот этот гул, он постоянно нарастает. Может, я не пойду туда? Его нафиг. Здравствуйте, до свидания. Так, я там только что... Мне жизни уходят. Я там только что это поодевал. А почему я... Айтем. Я тебя взорву? Так, я могу еще разочек взрывное в тебя кинуть? Я ему руку оторвал! Ха-ха-ха-ха!
Я его взорвал двумя гранатами. Побить его? Ничего не происходит, но это очень удовлетворительно. Так, обыскать. Нашли кольцо крови, ну, спокойной крови. Так, погодите, ребят, минутку. Я почему-то был без шмоток. У меня до сих пор кровотечение, без понятия, как его остановить. Голод у меня тоже процветает, все нормально. Так, почему у меня нету... Я не могу до конца разобраться. Так. Одеть. Оптимизировать. Ага. То есть, по идее, это все на мне сейчас одето. Я так понял. Вот топор, вот щит, вот броня и вот это. Просто я так и не увидел топора на себе. Когда... Ну-ка, мясо я, конечно, съем. Посмотрим. Ага, это то место, где мы были. Угу. Так, что здесь? Маленький ключик есть. Ключ-то хорошо. Метательные ножи, что тоже неплохо. По-моему, у меня факел гаснет. Железное копье. О, а хочу ли я железное копье? Да. Факел погас. Книжечка. Жертвенный круг для старых богов. Чтобы удовлетворить богов. Соберите нужные вещи. Человеческое жертвоприношение. Ничего не нужно, кроме как акта любви в их честь. Ну, то есть жертвоприношение это и есть акт любви, я так понимаю. Ладно. По крайней мере, одного врага мы ушатали. Два яйца. Может, надо было яйца-то поесть, а не мясо. Ну, ладно. А-а-а, заплесневелый хлеб. Я так понимаю, что если бы... Так, туда я не пройду? Не пройду. Если бы я выбрал... более тяжелый уровень сложности, то у меня не было бы этого круга света вокруг меня, так? Зажечь свечку? Да. А зачем? А, это у меня... Все, я понял. Труд, который я подбираю, он не нужен для разжигания свечек. Это как было в амнезии. Все, я понял. Это надо экономить. Откуда здесь кровяка? Ну ладно. Я с перепугу в монстра-то две гранаты кинул, но этого, возможно, не стоило делать. С другой стороны, мы победили в нашем первом бою. Ключик нашли, копье нашли. Надо проверить. Знаете, что надо проверить? Так. Больше урона, меньше защиты. А, потому что оно нам снимает... Потому что оно нам снимает щит. Я понял. Хорошо, значит, копье у нас двуручное. Больше урона, меньше защиты. У меня больше нога не кровоточит. О, это круто. Запах идет от гнилого мяса на столе. Все покрыто тараканами, личинками. Тебе становится интересно, реально можно это есть или нет? Иначе зачем это все здесь? Давайте, возьмем. Гнилое мясо, возможно, оно еще где-то понадобится. Один из тараканов побежал по твоей руке. Ну, я крайне этому рад. Этот звук очень гнетущий. Сырое мясо.
Я начинаю чувствовать голод. Блин, такое гудение в ушах. Мука. Неплохо. Тут 5 серебряных монет. Пустое ведро. Оно пусто. Я так подозреваю, что я ключ использовал, да? Ёлки-палки. Так. Я надеюсь, меня за это никто не забанит. Я не знаю, надо ли будет мне это потом цензурить или нет. Если вы увидели здесь цензуру, значит надо. Так. Салями я нашел. Прикольно. Здесь 2 сухих гриба. Ну-ка, почему? А, очищающий талисман, кажется, реагирует на эту дверь. Использует очищающий талисман? Давай. Это была ловушка, что ли? Очищающий талисман ярко загорелся. Ну или сгорел. Может быть, все еще возможно сбежать из этих подземелий? Ох, тут жутенько, жутенько. Ладно. Что же тут написано? The Hexen creates the connection to the gods. Шестигранник создает соединение с богами, со старыми и новыми. Чтобы сблизиться со старыми богами, нужно работать... не нужно проложить свой путь и получить их одобрение. С каждым кругом ты будешь становиться все ближе к ним. Новые боги только передают свое знание тем, кто... У кого такое же родимое пятно. Я слабею от голода, серьезно? Так. Теперь я чувствую себя менее голодным. Хорошо. Шестигранный столб. Проклять свое оборудование и использовать. А что будет? Это дерево прокачки, наверное. Но мне нечего использовать. Все, я понял. Хорошо, это находится у нас за дверью. И тут больше ничего нет. Это сейф-комната такая, по сути? Ха. Так, погодите, ребят. Серьезно? Я нажал F5 вообще-то, чтобы сохраниться. Как бы во всех играх F5 это сохранение, если что. Но меня загрузили сюда. И похоже... Похоже, я тупо заново начал игру. Ладно, ребят, тогда на этом поглядушечку и закончим. Я так понимаю, что мне нужно разбираться в управлении. Посмотрели мы более-менее с вами первый этаж этой крепости. Я не знаю... Пишите, что вы думаете, как вы думаете. Игрушка довольно темная, довольно такая специфическая. Скажем так, у меня пока что сложилось некое ощущение, что я бы в это поиграл, но, наверное, не на запись. В общем, в любом случае, говорите, что думаете, что вам кажется, как, где, зачем и почему. А мы с вами тогда увидимся в других проектах, в других играх или, возможно, в продолжении этой, кто знает.
Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.